Thank you.
Passa o dobro, três, ó. Yeah.
вечер, гости нашего замечательного города. Мы рады приветствовать вас на 15-м международном турнире Кубок Славутича 2009. А сейчас я на паркет приглашаю нашу уважаемую судейскую коллегию под ваши бурные аплодисменты. Олег Петровский выводит Олега Панина. Александр Козыров, судья соревнований рейтинговых Всеукраинской федерации танцевального спорта Юрий Шевченко. Петр Газун, главный судья соревнований IBSF Open. И Наталья Савеченко, организатор турнира. Горько. Дорогие друзья, вчера у нас состоялся здесь в Славутиче незабываемый вечер. Я понимаю, что для нашего небольшого города два незабываемых вечера пережить гораздо тяжелее. У нас сегодня немножко более свободно в зале, но я знаю на 100%, что ваши аплодисменты, ваша поддержка заставит те пары, которые приехали сюда к нам в этом году, приехать сюда и в следующий раз. Давайте вместе друг другу поаплодируем. Петр Гордеевич, вы знаете, у нас... Скажите хоть пару теплых слов. Вы все-таки, ну, я вам так с Наташей живете, правильно? Я хочу поздравить всю эту публику, которая сама сегодня пришла, в том, потому что для нас это все праздники. Для танцоров, потому что мы хотим быть первыми, и для тех болельщиков, которые хотят видеть первую пару. А в итоге я хочу пожелать самоорганизаторам, потому что вчерашний день был прекрасный, превосходный. Будущей федерации, потому что есть еще проблемы. Но я хочу сказать, что 3 февраля есть новая федерация танцевального спорта в Украине, признанная Международной федерацией ЕСФ, которая идет в структуре именно Международного олимпийского комитета. И все ваши проблемы, надеюсь, что через 2-3 месяца исчезнут, а тогда мы будем видеть...
Thank you.
небольшое объявление. Танец на лбу.
Давай, готов.